Наш наемный народный репортер Николай Иванов оказался свидетелем целой спасательной операции. В реке Протока утонул грузовой «Москвич». Автомобиль полностью ушел под воду. Чтобы его достать, пришлось прибегать к услугам водолаза. Он прицепил к утопленнику крюк с тросом, а затем машину вытянули с помощью грузовика. Мы благодарим Николая за редкие кадры, напоминаем нашим телезрителям, что они тоже могут стать героями рубрики «Народный репортер». Для этого нужно снять интересное видео и принести к нам в редакцию, расположенную по адресу Борсоева, 13, или на сайт TV.com, или на сайт tv.com-tv.ru. «Народный репортер».